Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Как сдать анализы в крупнейшем лабораторно-диагностическом центре России, не выезжая из Печоры? На базе современной медицинской клиники можно сдать более 1000 медицинских анализов. Все исследования проводятся в Центре молекулярной диагностики, город Москва, уже в день сдачи крови. А результат вы можете получить через несколько дней на электронную почту или в современной медицинской клинике. Действует гибкая система скидок. Подробная информация и запись по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 20 июня, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 3, плюс 5, а завтра днем плюс 12-14. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печоры на вокзале. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.